Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами канал Дачный Сазон. В этом ролике мы поговорим с вами, как выполнить опору для крыжовника, смородины и подобных культур. Данная опора состоит из четырех трубок. Трубки в данном случае шли полипропиленовые, можно использовать, я думаю, металлопластиковые. Далее в трубках выполняется отверстие, после этого через все трубки, отверстие, конечно, сквозное, через все трубки у нас пропускается стеклопластиковая композитная арматура, в данном случае диаметр арматуры 6 мм. Чтобы посчитать длину стержня, нам необходимо замерить диаметр нашего куста, умножить на 3,14, добавить нахлёст, в данном случае порядка 7-10 сантиметров. После того, как мы пропустили стержень через все трубки, необходимо данный стержень согнуть в дугу и зафиксировать с помощью, вот как я, например, сделал здесь, с помощью алюминиевой проволоки. Для фиксации в земле я просто вбивал металлические стержни, тоже обрезки арматуры, и сверху просто вставлял уже эту самую конструкцию. То есть у меня трубки не забиты в землю, у меня здесь забиты стержни, и трубка уже вставляется на этот стержень. С вами был канал Дачный Сазонт. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До скорых встреч!